И в аэропорту Сочи сегодня приземлились первые самолеты с болельщиками паралимпийских игр. Многие из них получили приглашение от своих региональных отделений Всероссийского общества инвалидов. Первой специальным рейсом прибыла сегодня большая группа с Дальнего Востока, Сибири и Урала. Здесь плюс 20, мы от себя уезжали, у нас было минус 25, так что вот сейчас вот теплые чувства, наверное. Ну и волнение, вот именно такое событие в России впервые. Посмотрим, поболеем, поддержим наших. Чем можно болеть, тем мы будем болеть, чем позволяет здоровье, душа и все остальное. Маломобильных пассажиров, среди которых и члены паралимпийских национальных сборных, в воздушной гавани курорта ожидают около 1000 человек. По словам руководителя управляющей компании аэропорта Краснодарского края Леонида Сергеева, по прибытию им оказывают максимальную помощь. У нас создана специализированная группа по сопровождению пассажиров, это 24 человека. Нам помогает аэропорт Внуково, они прислали своих специалистов сопровождения, инструкторов. А на день закрытия также пришли своих специалистов Шереметьево и Домодедово. За это мы им благодарны. Все это идет под эгидой Росавиации. Как пояснили представители авиаперевозчиков, российские компании на период Паралимпиады тоже перешли на особый режим работы в направлении Сочи. В состав экипажа включили специально подготовленных бортпроводников. Активно работают в аэропорту столицы Олимпийских и Паралимпийских игр и волонтеры.